Всем привет и здравствуйте! У меня сегодня опять курица. Точнее, у меня куриные бедрышки без косточек и без кожицы. Рецепт подсмотрела у Hairy Bikers или волосатых байкеров. Действительно, два огромных волосатых мужика, ездящих на мотоциклах по стране и готовящих вкусную еду. Те, кто живет за границей, наверняка о них слышали. Но рецепты у них, должна сказать, вкусные. Аби топает, как лошадь. Аби, сядь, посиди спокойно. Рецепт называется «Испанская курица». Возможно, из-за набора специй. Из овощей у меня мелкая картошка. У меня одна сладкая картофелина, потому что она у меня есть. Я взяла лук-шалот, пару маленьких вот таких болгарских перцев и несколько зубчиков чеснока. Из трав я взяла свежий тимьян, свежий шалфей и орегано. Можете взять сухие, если у вас нет свежих. Обязательно в этот рецепт идет паприка. Если есть, возьмите копченую. У меня нет, поэтому я взяла обыкновенную паприку. Ну и, конечно, соль, перец и лавровый лист. Бедрышки я просто посыпала солью и перцем, ну, для того, чтобы было легче потом перемешивать. Итак, вот эту картофелину, крупные картофелины, я разрежу пополам. Они у меня все крупные. Ну, мелкие, наверное, оставлю как есть. Крупные зубчики чеснока тоже пополам. И болгарский перец. Он у меня вот такой мелкий, порежу вдоль, такими кусочками. Ну, просто для того, чтобы легче было перемешивать. Лук-шалот тоже разрежу пополам. Если у вас нет лука-шалота, возьмите обыкновенную луковицу и разрежьте ее на несколько частей. Картофель-батат разрежу на 4 части. Он самый крупный и, наверное, дольше запекается. Вот так. Овощи готовы. Посыплю их черным перцем, посолю и посыплю паприкой. Немножечко полью растительным маслом, совсем чуть-чуть, и все хорошо перемешаю. Вот так. Теперь сверху укладываю курицу, накрываю крышкой и ставлю в духовку на 40 минут при 200 градусах. Через 40 минут открою крышку, попробую на соль, на перец, досолю, доперчу, добавлю специи, если необходимо, и оставлю еще на 20 минут, чтобы курочка зарумянилась. Встречаемся позже. Смотрите, какая красота. Картошка готова, мясо готово. Аромат необыкновенный. Посыпем сверху петрушечкой.